Сергей Безруков, Ирина Ливанова и Анна Матисон. Сергей Безруков увел Ирину из семьи. Она оставила мужа актера Игоря Ливанова, в браке с которым родила сына. Через 15 лет брака и двоих внебрачных детей на стороне Сергей ушел от Ирины к Анне Матисон, которая уже ждала от него ребенка. А 2,5 года назад у них родился второй общий сын Степан. Федор Бондарчук, Светлана Бондарчук и Паулина Андреева. В этом треугольнике все нашли свое счастье. Светлана через год после развода вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. А Федор Сергеевич женился на любовнице, которая моложе режиссера на 21 год. В этом году у молодоженов родился сын Иван. Наташа Королева, Игорь Николаев и Тарзан. В свое время Игорь Николаев оставил семью ради юной певицы Наташи Королевой. Но и ее он тоже оставил ради другой. Певица не растерялась и тут же завела новый громкий роман с Сергеем Глушко, Тарзаном. Родила от него сына Архипа, а вскоре и вышла за Тарзана замуж. Недавно все СМИ обсуждали новые отношения Сергея Глушко. Но супруги высказались однозначно по этому поводу, сказав, что это всего лишь слухи, а их брак переживает новый виток в отношениях. Евгений Цыганов, Ирина Леонова и Юлия Снегирь. А вот жизнь 42-летнего актера Евгения Цыганова просто бурлит. Буквально 5 лет назад он оставил свою гражданскую жену Ирину Леонову, которая в тот момент была беременна их 7-м общим ребенком, и ушел к актрисе Юлии Снегирь. Юлия тоже родила Евгению сына, только вот поженились молодожены, когда мальчику было уже 3 года. Андрей Аршавин, Юлия Барановская и Алиса Казьмина. Прожив 9 лет в гражданском браке и родив 3 детей, футболист Андрей Аршавин ушел к Алисе Казьминой, в браке с которой на свет появилась дочь Есения. Но и эти отношения были недолгими. Алиса развелась с мужем, аргументируя это многочисленными изменами Аршавина. Мы публикуем новости и пишем о том, что интересно. Присоединяйтесь, если и вам интересен мир звезд, знаменитостей и шоу-бизнеса. Лайфхаки и полезные советы для дома и семьи.